В челябинской области гремят битвы за респект в мясе суд оштрафовал на 5000 мужчину который обидел местного мэра григория танких один из постов о городском главе во вконтакте южноралец прокомментировал так гриня парень неплохой только сыться и глухой если что это цитата автора комментария судили по статье оскорбления пытается заставить себя уважать и депутат областного заксобрания алексей денисенко он подал в суд на ютубера владимира конева в своем блогер Рассказал о плавучей бане депутата на улицах. Оказалось, что парная зарегистрирована как плавсредство, и у нее даже есть номер. Ну и по ходу ролика блогер назвал депутата гаденышем, на что Денисенко очень обиделся. Остается надеяться, что в этих боях за респект высокопоставленные южноральцы не станут жертвами эффекта стрейзенд.